Ты смотри, да? Судов нет, подборку вообще хуй остановишь. Да? Подборку вообще никакой остановишься без тормозов. А где тормоза-то? Подъехал к нам Санек. Всем привет. Ну рассказывай, значит, мотор ты Да, мотор поставил тот, который хотел. Ну вот немного про это самое. Проебся я с коленями. Купил копеечные колени. Они мне кровью попили, блин, пока я их поставил. И гайки на резьбу там от 56-го. Хотелось мне, блядь, такие красивые гаечки, но есть большой минус, они узкие, блядь. То есть туда ничего не подложишь. Одно колечко медное вот это вот подкладывается и все. То есть начинает плеваться. Заказал широкие гайки, все как полагается, но иду теперь. Ищут тебя, да? Да. Дискотека понеслась. Алло? Привет. Как бы еще. Ну такие дела. Короче, плюется отовсюду. Ну вот здесь ты имеешь в виду, да, вот да, это. Да. Ну и это самое. Ну в принципе как и было. Ты ничего, как говорится, не потерял, ну да? Не потерял, я сколько проебал, но... время жалко, блядь. Думал, сейчас все соберу и все. А так и приходится с тряпочкой, ни да? Хрена, блин, вот как всегда, тряпочка на помощь. Ну а вообще сколько уже на этом моторе проехал? Да вот сегодня километров 10, наверное. Да? Я сегодня даже не рассчитывал как бы куда-то ехать. Но. Начал собирать, собрал туда со шприца, блядь, пнул. Бензинчику, маслица, блядь. Пнул, он бах, у меня и завелся, блядь. Угу. А искры не было, то есть я перебрал, думаю, переставил зажигание, угу. Все. Не настраивал ничего так на глаз, 3 миллиметра выставил, как полагается, все, кинул назад, затянул. Ну и вот, говорю, залил бензина, блядь, бах, он у меня завелся, блядь, я даже не это сам. Ну ты меня удивил сегодня, конечно, я тут думал, в гордом одиночестве буду кататься, да? А тут бац, ты звонишь, что ты уже в пути. Да, ну мы катнемся, но недолго, мне уже позвонили, там, сказали. Уже ищут. Да, папа вези, заказы. Вообще классно. Ну дай бог, скоро соберемся, да? Да. На четырех мотоциклах уже сможем. Но еще один ПС, да? ПС появился. Достойный. Тоже ваш тезка, Саня. Ага. Челябинский гонщик. Че, это кофе попьем? Алло. Свой кофе пить. Mit Milch und Zucker. Und, ja, und Deckel, auch. Drei Zucker bitte, ja, für mich. Mit Corona-Abstand. Ja, ja. Distanz. Я сорвался, поехал, думал, на этот самый, на озеро, блядь, на Бальное озеро. Ну, не доехал, что-то у меня забарахлило зажигание, не остановился. Потрогал, у меня реле болтается. Ну, на реле, значит, там контакта ни хрена нету. Разобрал, скинул бак, скинул сиденье, все это. Вон кто ничего не боится. Да. Так, ну это... Давай расскажи тогда, Саня, что ты вообще с этим мотором делал, прежде чем поставить его? Прежде чем поставить, половинить я его не стал. Угу. Короче, мне отсоветовали все, что куда ты лезешь. Не лезь, да. Налаженный механизм. Работает, да. Я сальники выдернул, до которых добрался, потрогал, они нормальные. Угу. Засунул их обратно и собрал только коробку, со стороны коробки залез туда. Потрогал неделю, люфтов нету, все нормально, все, огонь, никакой выработки, ничего. Сцепление то ничего есть, не менял. Ничего, диски. Блин, цепь натянутая, как новая. То есть мотор
достойном состоянии. Откуда мотор пришел еще раз? Он где-то лежал у кого-то с Германии. С Литвы привезли. А, с Литвы привезли. Ну, все у нас с Прибалтики, как говорится. Все новое с Прибалтики. Да, да, да. Выработки практически никакой. Ни по поршневой, ни по коробке, ничего. Работает как часики. То есть его, видать, сдернули когда-то. Что за мотор, понять не могу. Во-первых, номер странный, четырехзначный. Одна буква и четыре цифры. Буква L, по-моему, да? Да. L 1-7128. Ну, ребята, пишите комментарии, да. И как от 56-го крышки, у него только с той стороны на болты крепятся. Здесь отверстий нету, как под нормально, под двойку, допустим, или под единичку. У них здесь вот эти шипы стояли, нету их. Но при этом, коробка тут раздельная. То есть, если бы это 56-й был, у него бы там стояла перегородка плотная. Ее нету, блядь. То есть, хреново. То есть, твои вот эти крышки уже сюда алюминиевые, да? Не подойдут? Мои подойдут. Подойдут, сюда. Да? Нет, не подойдут. У меня есть от 56-го крышки. У меня есть крышки от 56-го, но у меня этот карбюратор нормально, под этот карбюратор не пойдет. Не пойдет, да? Да, потому что там фишка, она внутри уже, туда дырки нет, ты туда не лазишь. А. Там давишь на этот самый. То есть не подсосешь, вот так можно сказать. Понятно. Головок не топится. А так доволен очень, да? Да. Наполировал крышечки. Да, крышечки полирнул, так все намарафетил, но. Ну а масло сколько льешь сейчас? Сейчас же обкатка у тебя идет, как бы, или? Да, блядь, 4 стаканчика я ебнул вот такие вот, блядь, на полный бак. Не знаю, нормально, блядь. Я обычно не парюсь, как бы, блядь. Ну. Лишь бы не это. Не сухо было, и лишь бы не дымило, блядь. Работает. Но это радует, что когда техника к весне готова, да? Да. А то я вот сейчас пока еще жду. Еще цилиндр даже не отправили. Ясно. Все там. Пока не слава богу, как говорится. То одно мешает, то другое. Лени еще оригинальный, но нигде нету, блядь, в нормальном состоянии. Ну да, надо, чтобы... Да. Вот это вот Китай, это фуфло, конечно, полное, блядь. Они не подходят. И вон обработка у них, блядь. Там где-то знаток один писал, а чё, типа, блядь, он у тебя задроченный, типа... Посиневшие, блядь, эти самые колени, блядь, его перегревали, блядь. Нихуя не посиневшие, потому что это, блядь, металл, блядь, 1.5 миллиметра, блядь. И как бы даже не никель, блядь, а хрен его знает, что-то такое. Но, покрытие какое-то такое. Гальваника, блядь, дешевое. Вот они и синеют. Вот только проехал я сейчас. Они уже. Они вот такого цвета стали. Да. Ну то есть некачественные. Понятно. Родные, если найду, поставлю, потому что... Тут болт зафигачил, да, да уже? Да. По-серьезному. Сейчас я попробую другой ключик. Есть. С усиками. Ключик вот такой вот. Ну. Не говори откуда, а то народ оскорбится. Да? Да уже да. Же там было что-то, да? Вон качественные болгарские ножки, видишь? Во-во. Прошлый год купил только, все развалили. Все, чики-пуки. Заказал. Сейчас новые идут опять в дороге. Ну вот так мы одевали это на скоростную лапку, да? Два штуки. Рвутся, да? Рвутся, блядь. Как эти нахуй. И стучали, и смазывали, и нагревали. И благополучно, как оделся, так он и разошелся сразу. Что-то я в последнее время, блядь, к оппозиту склоняюсь. Наверное, блядь, я буду себе брать. Да? С люлькой, да, серьезно. Есть новый абсолютно Днепр на юге Германии. 3.5 хочет. Но новый, да? Я смотрел уже, ездил, смотрел Днепра одного, блядь. У него движок от BMW R65. Вот это блядь. Заебись. Да, и привод на коляску, все, вот, все вот. Дела, блядь. Бак капля, блядь, заделан охуенно. Чё хочет? 4. Зато мотор от BMW, да? Да. Ну сейчас. Потом уже там... геморроя не будет, если да, он не конченый. Ну вроде все с это самое. Откапитальное полностью. Все новые детали. Он еще нисколько на нем не ездил. Он только собран. Далеко?
Езжай, ну давай блядь. Тогда это. Про меня не забудь, если что, вместе сгоняем. Вместе поедем. Ну да, заснимем, если что. Репортажик. Не, с люлькой по приколу, конечно. Знаешь, стабильнее. Положить можно что-то, детишек можно покатать. Да, да, да. Так же все обижаются, съебался, блядь. Да, и все. А на тебя обиды такие. Тут хоть одна отдушина свалить куда-то, да? Да, да, да. Я 2 дня сидел, тоже с ума сходил. Пацаны пишут, можно, нельзя, нельзя, можно, да? Я уже вчера расстроил, я был. А потом Петр говорит... Это в Байерне, блядь. Да, а потом Петр говорит, а я катаюсь на 3 мотоциклах. За 1 день он накатал там за 100 километров. И это... Я думаю, поеду-ка я тоже. У Сани уже уболтал, но у Сани неприятно случилось. А наш Санька машину ремонтит сегодня. Можем, в принципе, к нему проскочить. Хоть поздороваться чисто, да? Только он боится, что увидит, что мы трое, да, и соседи позвонят. Званцик Яры Геналуец. Gebotig meinst du, oder? Ja, mit den Dingen. Zweite Strecke gefahren, oder kommt ja, der aus? Der ist aus Russland. Ja, ja, aber ich sag ja nicht von Russland gegen. Nee, nee, ja, nee. Guck mal, Kennzeichen, ja? Komm aus Essen. Also mach da kleine Spritztour. Ja, ja. Na Jung, ich pass mal bei. Jo, danke. Ciao. Danke, danke. Ну-ка. Как он себя покажет сейчас? Думаешь, ключ не тот? О! Часы, да? Надо было газануть. Мягко работаю. Степен! Хорошо работает. Что-то... Не, мотор чисто работает вообще. О. Подгазовывай, может, остыл просто. Он тише стал работать. Это по-другому мотор совсем работает. Да, да. Поехали. Холостой подкрутить, нет? Сейчас к Сане приедем, посмотрим. Кого-то холостой стало, да? Или?
куда мы вообще едем? Мы же за сами собрались, да? Да. Сейчас здесь через мост и... А, окей. Сейчас заехали, вон он, ремонтит свою машину. Давай, заводи с новым мотором. О! Бомба! Работает очень хорошо мотор. Единственное, надо карбюратор настроить. Все, Сань, давай, удачи, давай, увидимся, давай. Ну, а мы продолжим тут. С Саней пообщаюсь, хоть 100 лет уже не виделись. Ага. По-моему, даже с прошлого года, да? Давай, все, Сань, удачи тогда. Не болей, встретимся, да? Да. Что, может, мой тоже пройдешься? Да у тебя, блядь, и так скоро собой попросил. Счастливо!